Добр дзень эфір першага нацыянальнага канала беларускага радыо працягвае аналітычная праграма актуальны мікрафон і сёння праграмы вядуць алена швайко і евген мялешка А гостцем праграмы актуальны мікрафон на сёння палітолог Пётр Пятровскі радыцыйна абмяркуем самыя актуальныя тэмы а іх як заўсёды шмат Пётр Сергееч добрый день. Добрый день Я таксама вітаю нашага госця нашых слухачоў і мяркую, што яны далучацца да нашай размовы таму тэлефануйце на нумар студыйнага тэлефона 3179721 кот мінска 017. и смс пытание досылайте на короткий номер 1062. Можно также так само зайти на YouTube канал Белорусского радио и покидать там свои комментарии. И еще у нас есть телеграм-бот. Называю адрес радио нижнее подкресливание 1. Будем рады, звертайтесь до нас. Будем отказывать на ваши питания. Петр Сергеевич, я знаю, что у вас есть определенный пул слушателей, которые всегда будут присоединяться к нам, когда вы работаете в эфире. Вот Поклонники такие у вас появились. Спасибо. Ну, ну что ж, идем по темам, по самым актуальным темам. И первый вопрос, который я бы хотела, чтобы мы с вами обсудили. Давайте подведем итоги заседания глав государств СНГ. Насколько это заседание было своевременным? Что оно показало? Развод по советски, помните, когда страны Советского Союза начали приобретать независимость. Чему он научил этот развод исторически каждую страну, что все-таки удалось сберечь того непростого, поучительного ну, и очень ну, позитивного бы, времени? Если вы говорите про развод, то он не мог бы быть по-советски, скорее по-антисоветски. Ну, по-антисоветски, давайте вот, так назовем. Да, потому что по-советски, наоборот, Советский Союз создавали э, социалистические страны в 1922 году. А здесь такой был э, развод по-антисоветски. Хотя, понимаете, на определенном этапе действительно это был развод. Ну что, не так, 90-е годы, дезинтеграция. Никто не будет с этим спорить. И СНГ не стала СССР 2.0. Тоже факт. С другой стороны, Беларусь в 1994 году выбрала президента, который решил эти процессы повернуть вспять. Давайте про это тоже говорить. Референдум 1995 -го года о союзном государстве, различного рода инициативы президента нашего на постсоветском пространстве, они говорят о многом. О том, что э, Беларусь стала в авангарде того движения, которое поставило под вопрос вот этот развод по антисоветски. Можно это даже назвать ресоветизацией, хотя... Мне кажется, советские именно ценности в большинстве своем мы сохранили. Многие страны, другие от них в той либо иной степени отказались. Однако, хотя бы уровень кооперации, экономических связей, технологических связей, он сохранился. Действует огромное количество договоров и свободной торговли, и гуманитарном сотрудничестве. Фонд, даже соответствующий международный работы стран СНГ это да. Но как говорится, нас немало, нас 9 стран, хотя президент на Саммите там, четко говорил, что надо бы и Молдову потянуть. Надо бы и Грузию вернуть. А, он ну, вот, я думаю, что с Грузией на следующий год, возможно, и вернется. Почему-то, что выборы, мы видим, какой курс грузинское руководство взяло, вот им главное выборы пережить. Потому что я думаю, что американцы ой как не согласны с тем курсом, который они проводят. Но понятно, что путь Грузии в СНГ лежит через решение Абхазской и Южно-Осетинской вопросов. И здесь, конечно, надо думать о той... В формуле их сожительства, если так говорить, которая бы устроила все стороны на этот счет. Но думаю, что после выборов там начнутся какие-то подвижки на этот счет. Вот этот момент. Следующий момент. У нас, кроме СНГ, имеются на постсоветском пространстве более глубокие уровни и формы. Интеграция, это и ОДКБ военно-политическая интеграция, это и Евразийский экономический союз, социально-экономическая интеграция. И, конечно, самый верх, самая развитая модель ⁇ это э, модель э, именно э, союзного государства. И я бы его не назвал бы только Беларусь и Россией, почему? Потому что мне кажется, союзное государство как раз и должно делать ставку на расширение максимальное себя, и сколько у нас было в истории третьих кандидатов, да, и Югославия, и Молдова, и Кыргызстан. То есть, но я... интерес сохранился все-таки. Интерес сохранился, но мы должны понимать, что союзное государство это не просто какие-то плюшки, но это и обязательства. И чтобы страна стала полноправным членом союзного государства, она должна взять на себя эти обязательства. И более того, это, это система, где решение принимает не только одно какое-то там государство, а это коллективное решение. Это совершенно другой момент принятия решений в различных сферах, там и военно-политические, и социально-экономические, и безопасности, и гуманитарная, и научная кооперация, если берем. Это достаточно широкий момент. Но... То есть, Петр Сергеевич, вы считаете, что союзная интеграция, союз Беларуси и России, это гораздо более продвинутое интеграционное объединение, Нет, чем даже, само СНД? Даже не я так считаю, это объективный факт. Давайте посчитаем тот набор договоров, тот те направления, те 28 союзных программ. Те 15 проектов по импортозамещению союзного государства, которые имеются. Таких аналогов нету даже в Евразийском экономическом союзе. К слову, ну вот возьмем Евразийский экономический союз. У нас э, конец 2024 года это подведение итогов. Потому что был подписан в 2014 году договор, согласно которому последним сроком выполнения всех пунктов этого договора ЕАЭС должен был быть, будет 31 декабря 2024 года. Мы должны были создать единые рынки нефти, газа, электроэнергии, транспорта и прочего. Смотрим, ни нефти единого рынка, ни газа, ни электроэнергии. Ну, электроэнергии есть, ни транспортных услуг нету. Мы это сделали только вот и то по газу еще нету, по нефти, по транспорту, по электроэнергии в рамках союзного, союзного государства, государства. А да. тут буксует, а тут почему? очень сильно буксует. Ну, давайте тоже правду говорить. Есть разные интересы субъектов хозяйства. Я не думаю, к примеру, что Газпром хочет продавать газ, газ, <газ> в, 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 за границей России по условиям внутри Российской Федерации. Ну, это потеря конкретных средств. Но для нас и для других союзников это жизненно важно, потому что энергоносители ⁇ это продукция базового передела, цена которой включается во всю другую продукцию и услуги. И если у нас цена энергоносителя не будет идентичной ценообразованию, ну, тогда значит на разнице тарифов будут создаваться премиальные условия для одних и нивелироваться для других. Вот это мы должны понимать. А, к примеру, белорусские такие достаточно энергоемкие производства сахара, к примеру, да, где нужно много энергии, чтобы выпарить этот сахар. И у нас общий рынок, нету границ, нету ограничений никаких, да, и нам будут ехать там, где, например, сахарный завод получает 67 долларов за тысячу кубов, а у нас 250 долларов за тысячу кубов получает сахарный завод. И как эту разницу измерить? Ну, конечно, надо что? Надо оптимизировать, новое оборудование ставить, которое меньше потребляет электроэнергии. Надо делать так, чтобы было все роботизировано, автоматизировано, меньше людей работало. В конце концов, все равно этим не закроешь. Приходится уменьшать заработную плату, прибыльность. А вот скажите, это Сергеевич, мы сейчас говорим об экономических таких э, глобальных вещах. А ведь людей простых интересует социалка, гуманитарные вопросы, трудоустройство, обучение на территории двух государств. У нас есть действительно... Но если брать правило, да, мы, не говорим СНГ, о, да. мы говорим да, вот коль мы ну, уже во говорим об СНГ, я просто... Э, Знаю случаи, когда белорусы, которые уезжали работать в Россию, проходили там семь кругов Ада, чтобы официально трудоустроиться. Это было немного раньше. Я хотел бы вот ваше мнение узнать сегодня. Ну, это сейчас изменилось. такого нету. Сейчас наоборот у нас имеется проблема, что по нам принципиально пытаются работать, как говорится, высосать кадры. И здесь я бы ставил немножко другой вопрос, что в России имеется дефицит рабочей силы. Главный момент для нас, чтобы не было вот этой утечки кадров. Потому что, ну давайте прямо говорить, да, вот ведь не просто куда-то в Россию уезжают работать, а уезжают работать в Москву, Петербург в крайнем случае. Уже из всех регионов России. Нет, Брянск, Смоленск тоже. Не согласен я с этим. Есть Почему? такие варианты. в том варианты. случае, о котором Почему? я говорю, это был Потому Сургут что... вообще. Тюбир. Ну, ну, Сургут это понятно, это энергетическая отрасль, заработные платы премиальные. и это скорее даже вахтовый какой-то метод работы. Это большинство большинство миграционных потоков из Беларуси идет именно Петербург, Москва. И тут вопрос в чем? Вот Брянск, Смоленск назвали, да? Или Тверь, или Псков. Это области, которые... Ну, Волгоград э, еще можно взять. Э, ой, в Волгограде, я бы сказал, достаточно сложная э, социально-экономическая ситуация как в регионе. По, по сравнению с другими, есть более премиальные, уже в Казань можно взять, там другие регионы, но в чем дело, вы посмотрите, отсюда там московская агломерация фактически выбрала все кадры, да, вот посмотрите даже те районы, когда в районах еще 10 лет назад, там какой-нибудь климовский район, там жило по 20, по 30 тысяч населения, сейчас 2 тысячи населения. Представляете, в 10 раз уменьшилось. То есть э, неравномерное развитие России, что концентрация капитала в Москве, Петербурге, она высосала это. И понятно, что мы не можем конкурировать по уровню зарплат с Москвой, никогда не сможем. Это, это объективная реальность. И наша задача, чтобы люди не уезжали. У нас есть другие плюшки. У нас есть высокая социалка, которая по договорам, кстати, Союзного государства Россия не, обяза, не обязана делать. У нас согласно договору Союзного государства какие моменты существуют. Мы обязаны россиянам которые стабильно проживают в Беларуси, предоставляют все социальные услуги как гражданам Республики Беларусь, а они, как гражданам Российской Федерации. Ну, тут есть разница. В чем? У нас бесплатная медицина, у них обязательная страховая, страховая да? медицина. Да, да. Это качество и уровень медицины разный на этот счет. Этот момент. Второй момент. Вот мы говорим союзное государство, да, у нас же есть еще Евразийский союз тоже свободное перемещение труда, капитала, там, да, прочие моменты, услуг, все вот эти факторы, они же должны работать внутри ЕС. И мы видим, как из-за границы при помощи различного рода гибридных методов пытаются стравить, особенно вот в Средней Азии работников, да, казалось бы, Кыргызстан в Евразийском экономическом союзе, да, Кыргызам достаточно сложно устроиться, начинается определенная информационная травля в отношении них другие моменты. Эти моменты должны быть решены, ведь э, по большому -то счету в Советском Союзе не было миграционной же проблемы, не было, хотя границ не было вообще. Почему не было проблем? Потому что создавались рабочие места на э, в регионах, в союзных республиках не надо было узбеку, таджику или кыргызу или белорусу ехать куда-то работать, потому что тебе придут, еще построят, еще распределят, еще твоих детей туда распределили. Петр Сергеевич, возвращаю вас к теме, с которой начали СНД, заседание СНД, mm. значит, глав правительства СНГ. А, получается так, что вот те проблемы, которые вы назвали, существуют в ЕАЭС. по сути, они перешли за СНГ? Mm, ну, в СНГ они вообще не поднимались, как бы. СНГ создала границы. Единственное, что там имеется самый высокий уровень, это зона свободной торговли. Все, никаких других определенных углубленных форм с, э, сотрудничества нету. Второй момент, э, вот опять же, возьмем э, гуманитарное сотрудничество. Да. Ну, осталась только Великая Отечественная война и то... Давайте точно говорить, что... А ценности-то по-разному рассматриваются в Великой Отечественной войне. Происходит у некоторых национализация, что вот они победили, и все. А хотя это совместный момент, это было фактически победа советской победа системы, народа, да. системы да. вообще. Вот. И про это президент говорил. Делает всегда акцент и ставку, что мы, Беларусь... Именно выступаем за преемственность, за советское именно развитие вот этих начал, потому что они продемонстрировали свою эффективность на определенном этапе. И только определенное предательство самих элит, которые захотели жить на Зап как на Западе, оно и привело и к перестройке и к прочим-прочим моментам. Вот. Поэтому, если мы вот сюда возвращаемся, нам, конечно, эти вопросы надо не просто решать, нам надо качественно... Как вы думаете, про них шел разговор? Конечно, шел. На саммите. Конечно, вот, шел. Вот спрашивает слушатель, так что получается? СНГ, что изжило себя как объединение? Нет, оно не изжило. Если бы оно и жило, наверное, бы оно и не существовало, или это был бы как архаизм. Просто происходила фрагментация постсоветского пространства. Давайте так говорить, вот, вот возьмем Азербайджан, да, прекрасный стратегический партнер Беларуси, а союзником его является Турция, к примеру, да, был недавно в Тегеране, меня там местные э -э 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 таджики познакомили с большой таджикской диаспорой, Огр огромная связь, один язык, да, насколько Таджикистан интегрирован больше с, с постсоветским пространством, нежели с Ираном, к примеру, да, я уже молчу, где сейчас Молдова находится, да, там Грузия, там Армения, да. Хотя, опять же, по мне, как по мне, вот этот саммит СНГ для Армении и России очень интересные акценты расставил. Армянское российское руководство подписали соглашение о совместном о совместном патрулировании и защите границ Армении со стороны как российских, так и армянских пока. Это серьезное соглашение. Я да? скажу, что это серьезный шаг вперед после того глубокого кризиса, в которое вошли армяно-российские отношения. Это мы должны понимать. Вот и здесь, конечно же, для нас важно именно возвратить полноценное сотрудничество Армении в ОДКБ в евразийском экономическом союзе, потому что я прекрасно понимаю. Чтобы поним... Армения не шатала, да, ну, из что стороны шатала? в сторону. Мы же должны понимать, как армяне говорят: живут армяне за границей, а Армения это рабочий офис. Вот. И мы прекрасно понимаем, что огромнейшая армянская община США видит по-своему Армению или французская армянская община видит по-своему Армению. И я помню, как именно факторы э, Франции, к примеру, очень сильно пошатнул армянскую ориентацию. Видно, плюшки какие-то были пообещаны, но когда Армения увидела, что где Франция, где Армения, что география диктует объективную реальность, тогда началась немножко другая политика. Поэтому сегодня мы не должны, с одной стороны, говорить, что вот СНГ все решает, замечательно это. Нет, тут есть огромное количество вопросов но мы должны также говорить, что это как минимум площадка, на которой решаются вопросы, и как, и как фактор это та сила, которая в сумме объективных причин э, удерживает и, и заинтересовывает вот эти государства в э, быть вместе, быть в едином пространстве, поэтому на сегодня ничего лучшего пока не придумано. А те более мелкие форматы мы видим, да. Пожалуйста, все страны СНГ могут завтра, хоть завтра подать заявку на союзное государство, в конце концов. Да? Но почему-то этого нет. То есть они на сегодняшний день признают свою неготовность к этому. И в ЕАЭС тоже не все. Ну не все, Машли. но я так скажу, некоторые члены ЕАС не хотят, например, чтобы Таджикистан становился членом ЕАЭС таких фактов тоже есть есть вопрос от слушателей очень интересный о нем кстати очень мало говорят вот инициатива президента казахстана снг плюс то есть чтобы другие страны присоединялись Понимаете, как вы считаете инициатива мы имеет право на все форматы создавать соответствующую базу и правила по вступлению я только за снг плюс Хорошо, пусть президент Казахстана скажет, кто хочет еще вот, э, присоединиться. Да? Я согласен, что могла быть и Сербия здесь. Мы могли бы формат для Венгрии найти. И в Монголия конце могла бы быть и да? Монголия. Монголия могла быть и в союзном государстве Белоруссии и России, я считаю. Иран. Он э, высказывает прекрасные, на мой взгляд, идеи анти, э, антисанкционного пакта. Как по мне, Иран мог бы быть в рамках содружества независимых государств. Мы могли бы подумать о форматах работы с Турцией. Я уже не говорил, уже говорил о других постсоветских странах, да? В конце концов. То есть все это может быть. Вопрос предлагали ли и вопрос понимают ли за может, границей. вопрос времени. Вопрос действия. Mm -hmm. Мы должны предлагать для того, чтобы к нам тянулись, мы должны что-то предложить. Просто так к нам не придут и не скажут, вот мы с вами хотим быть. Просто так ничего не бывает. Ну вот есть еще один звонок от слушателя Сергея из Минска. Он, по его мнению, утверждает, что ШОС и БРИКС, ну, как бы, противопоставляют себя гегемону. Где-то, наверное, он прав. И второй э, ми миропорядку. Какого? Ну, Гегемон? США. А, ну, США, И, ну понятно. Это же естественно. Я СНГ думаю, как Евросоюз. бы... Э, такой клуб по интересам. Больше... Вот, экономический. кстати, я с ним здесь не согласен. Почему? Потому что если мы посмотрим э, договорную базу БРИКС, по сравнению с договорной базой СНГ то СНГ это более глубокое интеграционное объединение, нежели БРИКС. Вот БРИКС как раз, даже организации такой нету БРИКС. Это клуб. Клуб, который не обременен никакими обязательствами. Вот просто возьмем, посмотрим. Ну да, создали банк. Смысл БРИКС это попытаться разработать для начала альтернативную финансовую систему вот той, которая имеется. Потому что я напомню, что вся мировая финансовая система, завязано на всемирный банк на международный валютный фонд на одну главную резервную валюту целью брикс является создание параллельной финансовой системы да. параллельных резервных валют пока мы видим что здесь идет война проектов но нету нету именно как бы сказать э, не пока это не проходит в жизнь. Нету пока в жизни, мы не видим, чтобы вот заработали какие-то альтернативные инвестиционные модели, да, кредитные линии и прочее, чтобы страны могли, третьи страны, прежде всего коллективного востока, могли знать, что им не надо стоять в очередь в МВФ за кредитом, что им принесут кредит другая часть и не будет требования свои за этот кредит выставлять. Вот самый главный момент. ШОС более сложная организация. Там имеются и по вопросы безопасности и прочее, прочее. Там структура достаточно широкая, но структура бюрократическая есть. Надо наполнять смыслами, идеями, формами и э, я с китайской стороной говорил прежде всего, потому что это все-таки больше китайский, как по мне, проект. И здесь э, китайская сторона прямо говорит, вы, мы хотим ваших предложений. Мы согласны, мы даже готовы софинансировать и большей частью финансировать это все. Китайцы на этот счет готовы. Главное, чтобы готовы были другие страны, чтобы это не, не было чисто какой-то бюрократической структурой, э, клубом по интересам. Вот. Ну вот сейчас же для нас э, это жизненно необходимо, э, как раз финансовая, новая финансовая система в связи с тем, что мы под гнетом санкций. Мало того, что нам просто не дают торговать единой, единственной резервной валютой, практически долларом, но мы и сами, как бы говорим, мы не хотим, мы можем жить ну, а и мы торговать по-другому. По сами не сами, но никто же не разрывал договоренности с МВФ, с Всемирным Банком. Никто не сказал, что он не признает больше доллара как главную резервную валюту. И все валюты, в том числе рубль, юань, фунт стерлингов, иена, там э, туман э, иранский, да, рупия индийская, все они завязаны на доллар. От доллара все, как говорится, подсчитывается, да. И в этой связи мы можем вот говорить, что мы не хотим, а вот заметьте, в 2022 году были очень большие спекуляции, вот посмотрите, дедоларизация там проходит, что там больше юаней и прочее, да? Сегодня этих разговоров нет. Почему? Почему? Потому что -то дедоларизация, это фактически-то и не произошло. Нет, не произошло. Почему? Потому что, а, Э, Вообще-то э, избрание доллара как вот этой главной валюты, оно, да. оно приводит в том числе к большим издержкам для американской экономики. Э, по какой причине? Больше долларов имитируется за границами США, и американцы не особо контролируют это. Им приходится проводить свою финансовую политику, не исходя из интересов национальной экономики, а исходя из того, чтобы удержать вот эту всю махину. И когда китайцам предложили, вот давайте вы сделаете юань, китайцы сказали, нет, мы не допустим того, чтобы количество юаней было больше за границей, нежели в Китае. То есть сегодня больше говорят о том, что надо создать какую-то третью валюту чисто для международных торговых операций, как был это переводной рубль в СЭФ, ЭКЮ когда-то до евро был, в Евросоюзе. Ну, то есть, опыт, И, опыт же есть, получается. Да, чтобы это была не национальная какая-то одна валюта. А чтобы она была независящая от конкретных национальных экономик. То есть поле не паханное здесь, да, да Петр да, Сергеевич, да, да. именно на финансовом рынке. Так, давайте все равно я вас возвращаю к СНГ. Вот вчерашний день был очень интересный, была двухсторонка двух президентов. Ну вот именно, вчера уже больше не СНГ, а союзное государство. Да, больше союзным, союзным, союзной интеграции говорили. Двухсторонка двух президентов: президента Александра Лукашенко, президента Беларуси, и президента России Владимира Путина. Ну и еще был очень эмоциональный момент вручение нашему президенту орден Святого апостола Андрея Первозванного. И не зря, что президенту, вот больше никакому президенту. Да. Он не, но ну, там не назывались не... фамилии, там Нарендра Моди, ну султану Назарбаеву был вручен Сидин Ну понятно, и но вот наш... сегодня действующему президенту на территории страны СНГ никому кроме президента и Беларуси. Что интересно, Петр Сергеевич, ведь там было сказано за массу дел, сделанных в, союзной, в формате союзной интеграции, но больше всего мне импонирует фраза «за веру и верность». Ну, это, конечно, потому что так требует э, устав этого ордена «за веру», потому что mm -hmm. но я бы сказал, знаете, за что? Mm -hmm. Первый лидер на постсоветском пространстве, который поднял вопрос о евразийской реальной интеграции, начал ее реализовывать не на словах, не, не в риторике, а на делах, это был Александр Григорьевич Лукашенко. Он повернул то грязное течение, которое началось от Горбачева, от этой перестройки, вспять. И он стал именно полюсом, который начал притягивать... А ведь как было трудно тогда... Так а давайте вспомним, что даже до сих пор в Российской Федерации... И не только имеются недруги, которые пытаются в это все в палки в колеса вставить. И это понятно, почему агентов вот, Запада никто никуда пока не девал. И вот, кстати, в этой связи есть вопрос от нашего слушателя. Он э, считает, спрашивает вашего мнения, действительно ли он наш слушатель прав, э, считая, что э, у нас в России у власти находится компрадорская буржуазия, то есть олигархи, которые взаимодействуют с западом. Ну западным... а что? Вот я у него вопросом, как славянин, вопросом на вопрос. А куда-нибудь Абрамович, там и прочие Вексельберги. Они куда-то рассосались, они пошли работать на завод и не собственникам этого да, завода. Да? В лучшем случае, кто-то а там у них больше, больше они любят не заводами управлять, а больше они любят. Управлять какими-нибудь сырьевыми предприятиями, там, нефть где-то подкачать, металлургия и прочее там, где не надо мозгами шевелить, в той степени. Нет, никуда не делись. К сожалению, никуда не дели. То есть, нас, слушайте, прав. У нас, понимаете. вопрос... Но ведь о... они сейчас огромные роли не играют в государстве. Ну, понимаете, как бы и не играют в плане политическом, наведу, да. а в плане экономическом играют и более того мы вспомним как были шли переговоры между россией и украиной в стамбуле как там появился абрамович это что же факты имеются то есть эти факты никуда не исчезли как бы нам э, э, не горестно это было говорить и вот сейчас у россия стоит как раз на перепуте что с этим делать как это перемолоть, как от этого избавиться, и надо ли от этого избавляться вообще. У Беларуси намного легче ситуация. Мы, во-первых, никакой приватизации не проводили, никаких ау аукционов нет. У нас... Но имеется э э в виду гос имущество госпредприятие. Так, а, а, а что такое собственность государственно-стратегические средства производства это и, и реальный суверенитет? И да? отдать какому-то одному человеку. Да не даже да? не одному, даже десятку человек отдать. Это значит, что будет какая-то семибанкирщина, семибоярщина, боярщина, э, семидворянщина, которая будет э, на самом-то деле дергать за э, э, эти все поплавки. Да? То, что мы видели на Украине: Коломойские, Ахметовы, Фирты, Пинчуки. да, вот им раздали, ничего они не построили. Ничего они не сделали. Не, ну, они просто, им просто досталось на халяву да. государственная народная собственность. Вот и все. И они эту народную собственность профукали. И еще э, э, умудрились государство свое э, войну направить. Пожалуйста. Ну, давайте будем объективны. В России ведь тоже, да, вот этой олигархии хватает. И э, государственные предприятия были огромные даже недра были практически отданы в частные руки, в руки одного-двух человек на самом деле. У нас этого нет. Смотрите, у нас разные получаются совершенно системы, да, экономические, политические, но мы пытаемся объединиться. И вот еще раз обращ... вот хочу обратить внимание на вопрос, мы... я его не успел закончить нашего слушателя из Минска, Сергея. Мы создаем союзное государство в этих условиях. Так какова наша цель конечная вот этого образования, вот этого объединения? Я вам так скажу: союзное государство это не значит, что там вот мы строим э, Советский Союз. Да. Тогда даже Советский Прежний. Союз. Главная цель Советского Союза была что? Соци... построение коммунизма во всем мире. То есть Советский Союз по большому счету должен был распространиться по всему миру. Можем мы по такую цель поставить? Ну, думаю, что сегодня это нереально, хоть и достаточно приятно было бы послушать, да? Почему? Потому что э, мы вот действительно разные две модели. Пока я вижу цель очень и очень прагматичная с двух сторон. Беларусь реализует, собственно, суверенитет и независимость через институты, инструменты Союзного государства. Это нам и ядерный зонтик, это и рынки сбыта, это энергоресурсы. Россия – то же самое. Это и вот этот пресловутый белорусский балкон, который обеспечивает безопасность на московском направлении и является тылом на Калининградском, Калининградском направлении да, да. это и второй момент те критические технологии, которые мы помним, как олигархи нас пытались давить, пытались заставить нас приватизировать предприятия, тот же МЗКТ и прочее, но Масс а тоже, они да. не смогли их воспроизвести там на Брянском заводе ничего, то есть это и наши тягачи МЗКТ, да. это и оптика, и микроэлектроника и станкостроение – это то, что на сегодняшний день критически важно Российской Федерации и обеспечивает Российскую Федерацию в случае беспрецедентной санкционной агрессии Запада, то, что там все функционирует. Следующий момент. Мы это тоже не должны забывать. Наши компетенции, которые мы сохранили, а где-то даже и развили после распада Советского Союза, сегодня играют уже роль э, э, импортозамещающих проектах российских. Самолетостроение. Никогда в Советском Союзе никто не мог бы подумать, что Беларусь будет э, заниматься этим делом. Такими да. делами. Да. Оказывается, что наши авиаремонтные заводы в Барановичах и под Минском, они имеют более высокий уровень компетенций чем утраченные вот этой всей приватизации в канале 90 российских заводы. Нам приходится кооперироваться, чтобы восстановить эти компетенции и импорта заместить вот эти недружественные Боинги, Аэрбасы и прочие моменты. Вчера, кстати, разговор тоже шел на двухсторонке именно об авиастроении. Ну, потому что это важно, это действительно важно. Мы потеряли э, Боинг, практически, мы потеряли. Э... Да, не нужен нам этот Боинг. Нет, нам главное чем заместить. Вот до 26 -го года мы должны э, создать э, нормальное производство нашего отечественного союзного самолета, который должен заместить эти иностранные самолеты. Вот. Э, к сожалению, мы, президент наш об этом говорил в 90-е нулевые годы. Его не слышали. Кто-то там сидел на трубе, получал деньги, мог их потратить где-то на лазурном берегу, и ему особо не было интересно, что там э, с сту, Туполевым, что там с и, и, Илом и прочим. Да. А сейчас настал тот момент. Ну, как говорится, э, счастье да несчастье помогло. Да? Вот поэтому де делаем в таком случае. И вот конкретный интерес. Это конкретные, прагматичные, всеми понятные интересы в рамках союзного государства, которые мы можем даже и пощупать, да, как Владимир Короткевич писал, да, в своем, там, не по веру, по куль, не по мацу, да, вот. а тут мы можем и помацать, в конце концов. Вот, опять же, слушатель слушает нас и задается вопросом. Хорошо, самое мощное у нас э, межгосударственное образование – это наш союз с Россией, союзное государство. Но к нам почему-то не стремятся. И просит наша слушательница, чтобы вы, если это возможно, назвали хотя бы там 3-4 причины, по которым наши южные, бывшие советские республики все-таки не идут к нам. Ну, давайте вот вспомним Назарбаева, да, как он в таком тоне, О, не Назарбаева, а Такаева, который так Такаева, раскритиковал. Да возможность в союзное государство войти. Ну, во-первых, это вопрос кон конкуренции субъектов. хозяйствования. Казахстанская нефтедобыча конкурент российской нефтедобычи. Газ казахстанский конкурент российскому. Вот вам пример. Как тут согласовать между вот этими огромнейшими монополиями условия союзного государства. Следующий момент тут, опять же, а кто собственник в Казахстане, то есть наличие огромного количества, прежде всего англоамериканских собственников, спасибо, оно спасибо. играет свою роль. Спасибо. Этот момент э, на этот счет. Э, э, вот. Следующий момент, давайте вспомним. Да, ну разное. Это в том числе взять на себя ответственность, Это взять на себя функции, обязательства. А готовы ли эти страны? Ну и определенные сложности в позиционировании союзного государства. Вот Европейский Союз, так он на лавку, которую он сделает, поставит табличку, которая дороже этой лавки, что это сделал Европейский Союз. Он будет рекламировать, что такое там, в схемах, в комиксах, в чем угодно. Союзное государство не занимается собственным имиджем, не занимается собственным продвижением. Так это же плохо. Ну, это совершенно верно плохо. А почему не занимается? Потому что нету, на мой взгляд, консенсуса насчет образа союзного государства, который надо продвигать. Ведь мы уже говорили, сколько было попыток войти в союзное государство, да? Не всегда эти попытки нравились. Вот Югославия там одним не понравилась, да, там Молдова не понравилась. Ее от футбола, и от футболе потом она в Евросоюз начала бежать. Это тоже факты имелись, и на разных этапах. Э, мы же должны понимать, что и Россия была Петр другой. Сергеевич, а, в 2004 а может потому что году. в Евросоюз войти все-таки легче, чем в Союзную страну. Ну, это вы Молдове, союз. скажите. Вот сколько она там входит в Европейский Союз, либо Турция? Ну да. Вот не все так просто. Просто Европейский Союз более понятен. Почему? У него есть четкие ценности, где четко прописано, вот вы вот то, 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 то сделайте. И мы с этого начинали, что должна быть Не ценности, прописана... а условия, наверное, Нет, и более Ценности? Четкие. Вот, вот смотрите. Ну что-то не... я боюсь их ценностей. Вот недавно Европейская комиссия заблокировала вделение средств Польше и ряду других стран. Хотя казалось бы, туск про немецкий, про европейский пришел. И там четко написано, из-за чего. Из-за того, что вот вы давайте тут однополые браки продвиньте, вы давайте тут легализуйте вот то, 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 целый набор ценностных, если по их так говорить, да, по им э, ценностных моментов. И э, понятно, что эти идеологические моменты, которые пытаются заставить именно... Петр Сергеевич, ну это абсурд. Это абсурд ценности, которые вы назвали, но, но это для не... Ну, для нас это абсурд... А, например, для Урсулы фон Ляйн это высшая ценность в мире. Ну, я не думаю, что французы, простые люди, там французы, поляки те же... Болгары, и испанцы грузины воспринимают грузины как это раз отбросили. Как, как норму. Отбросили, как, да. как, не, это невозможно как норму принять. Это правда саду Гамура. Ну, знаете, француз, французу рознь. Если мы вспомним улицу Красных Фонарей э, в Париже, это еще начало 20 века, то я думаю, что там часть французского общества очень даже это продвигала. Хотя мы помним, когда это все принималось насильственно сверху. Ну, это с юмором относились э, во у нас с Таландом, к этому. момент с Саландом, какие митинги были и на Елисейских полях, и прочие моменты. Здесь другой момент. Ладно, это их ценности, они могут хоть всех заставить быть членами ЛГБТ-сообщества. Хотят, пусть заставляют. Мы не к ним... Мы признаем их суверенное право на что угодно, их граница, ограничения их права. Главное, чтобы к нам не лезли и не заставляли нас. Но вот именно: ценности, либо модель, либо принципы, которые бы ставили условия вступления в союзное государство, Евразийский Союз, в ОДКБ, там, в СНГ. То есть, мы с чего начинали? Должна быть четко прописана дорожная карта. Должна быть четкая стратегия наших объединений по расширению. Как мы хотим расширяться, на каких условиях, куда. Петр Сергеевич, дорожная карта между Республикой Беларусь и Россией прописана четко. И мы ответственно обе стороны относимся так, э, вот, к этой дорожной чем, карте, к этим дело. ценностям, которые нас объединяют. Она объединяет. прописана между Беларусью и Россией, она учитывает интересы Беларуси и России. Но третья сторона скажет, вот хорошо, вот. Иран, к примеру. А вот я хочу присоединиться к союзному государству. Да? Но я экономика 8, 90 миллионов. Огромная экономика. Лидер в добыче, один из лидеров добычи нефти, газа, многих редкоземельных полезных ископаемых. Да? За 45 лет Исламской революции огромная программа импортозамещения. Фактически бывшая американская колония создал и ракеты и прочее, и прочее, и прочее. Вот. Мы должны думать о таких странах, как им вписаться в наши проекты, и как нам стать, совм... сделать совместные. Кто проекты. это должен сделать? Это должны делать наши общества, это должны на... делать интеллектуалы, политики. Мы должны это делать консоли... консолидированно. И главное другое, должно быть желание. Пока... Есть желание отдельных интеллектуалов, философов, экспертов, политиков. Но я не вижу, чтобы вся система на это работала. Вот когда она начнет работать, тогда будет совершенно другой жизнь. Ну а вы готовы инициировать так, а такой процесс? А я уже процесс? инициирую, чтобы вы понимали, вот в рамках экспертного клуба Союзного государства, наверное, с года 2016, -го, я вот недавно... В своих архивах лазил, нашел доклад, который мы презентовали в Москве в 2018 году, когда никакого э, санкций не было, вот э, не было специальной военной операции, где я четко написал стратегия евразийской интеграции, поход на юг, интеграция Ирана, Турции, э, Пакистана, решение афганского вопроса в конце концов в Евразийский союз, выход к незамерзающим портам. Кооперация научно-технологическая, все это было прописано. Да и идеология уже есть. Идеология, я бы ее назвал идеологией евразийского социализма, строя, построена на дружбе народов, на нашем общем евразийском доме. Ну, масштабная у вас. Ну конечно. а конечно, а тут по-другому нельзя. Тут у нас либо мы с Китай полтора миллиарда, либо Запад 500 миллионов это Европа. Европейский Союз плюс 300 с лишним миллионов. США, да, либо а у нас что? У нас сегодня даже в рамках ЕАЭС только 200 миллионов населения, это мало, нам надо как минимум 500 миллионов, а для этого вот Пакистан 200 с лишним миллионов населения, Индия, вот мы видим тоже, да, полтора миллиарда населения, Иран 90, Турция 100 миллионов населения, это огромные рынки сбыта, вот где мы должны быть. Но я так понимаю, мы в том направлении сейчас очень серьезно движемся, как вот раз стараемся, стараемся, «Дальняя это дуга», еще. «Глобальный да. юг» да, — да, это да. наши стратегические и партнеры, я бы даже сказал, и направления. — уже... Точки стратегические <реклама> развития. — Я бы даже так сказал, знаете... Это уже не дальняя дуга. Дальняя дуга почему-то у нас начинается э, за бугом. Вот они дальняя дуга оказались, хоть они географически ближе. А, например, Венесуэла намного ближе, чем Литва оказалась, по большому -то счету. И поэтому мы э, должны максимально работать э, в том направлении, чтобы вот этот коллективный Восток максимально был интегрирован. И э, есть конкретное предложение президента. Широкий формат ЕАС плюс ШОС плюс БРИКС плюс БРИКС, да. Петр Сергеевич, формат нашей программы нам предлагает уже завершаться, завершать работу, и я так поняла, что все эти вопросы, которые мы поднимали, все эти темы должны иметь продолжение, так что просим вас регулярненько приходить к нам на эфир. И вот слушатель тоже говорит, Петр Сергеевич, приходите почаще. Хорошо, спасибо Буду, Будем большое. стараться. Итак, напомню слушателям, что сегодня гостем программы «Актуальный микрофон» был политолог Петр Петровский. До следующей встречи. До свидания.